На Намском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колеса машины попала 77-летняя женщина. Подробности у Виталия Абрамова. В тот вечер водитель Toyota Надя ехал из Тулагина в Якутск. Проехав благополучно зебру у Сырдаха, примерно в 100 метрах от перехода, он внезапно увидел, как из темноты на дорогу вышел человек. К сожалению, избежать наезда не получилось. 40-45 километров в час. И бабушка резко выскочила с левой стороны. Ну, тормоза без толка. Понятно. Ну и пытался уйти от удара, да? Да, пытался уйти от удара в сторону обочины. Да. Ну и получается, после удара вас развернуло, да, получается? 77-летняя бабушка скончалась до приезда скорой. Метасвидетельствование показало, что автомобилист был трезв. ГИБДД отмечает, что в связи с расширением поселка Сырдах, жилые дома начали появляться с двух сторон трассы, и переходы местных жителей в неустановленных местах там не редкость. Госавтоинспекции будет предложено собственнику дорог о строительстве линий уличного освещения и установке дополнительных дорожных знаков ограничения скоростного режима на этом участке дороги. И также необходимо отметить, что светоотражающие элементы на погибшей также отсутствовали, что и в принципе также могло сыграть какую-то роль. Так, с начала года на столичных дорогах произошло 17 наездов на пешеходов, три из которых по вине самих пеших участников дорожного движения. В связи с окончанием карантина госавтоинспекция просит водителя быть особо внимательными при движении, а родителям в очередной раз поговорить с детьми о правилах дорожного движения. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.